2022 год, год юбилейный для нашей страны, 350 лет со дня рождения величайшего реформатора, императора Петра I, Петра Великого. Поговорим о том, как отозвались его реформы внутри жизни Русской Православной Церкви, о плюсах и минусах этих реформ. В нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в половину восьмого вечера.